Лиф, остановку. Лиф, остановку сделай, пожалуйста. Здравствуйте. Инспектор патрульной полиции, лейтенант полиции Лудов Валерьевич. Держите. Что это такое? Документы. Зачем? Ну, вам документы же мои нужны? А ключи зачем? Ну, у меня они привязаны к документам. Я вас понял. Вы знаете, что нарушено? Еще нет. Но я хочу, независимо от того, что нарушил, хотел бы, чтобы вы выписали постановление. Постановление? Ну, вы же знаете, меня остановили, вы же гнались меня. Совершенно верно. Ну, давайте. Мы делаемся на правопорушение. Так, а вы сначала, ну, как бы, суть на правопорушение, доказы, ровно справы, а потом все остальное. Документы как будем? Ну, вы проехали, мы... Я еще не понимаю, о чем речь, поэтому давайте начнем с ваших документов, с доказов, а потом предупреждения, потому что как-то вы слишком торопитесь. Да, давайте поедем. На полиции буду, Антон Валерьевич. Отлично, вот это уже похоже на полицейского. Пожалуйста. Да, Антон Валерьевич, да. Суть коїного правопорушення, причина зупинки, докази по справі, покази свідків, відеофіксація або щось інше. Після цього виносите мені в письменной формі предупреждение, якщо посчитаете нужным, і все. Так идет? Как-то вы быстро хотите сразу. Да, Александр, сейчас поставим вам видеофиксацию. Давайте, а я вам все остальное, все, что вы попросите. Угу. Как-то торопитесь вы. Может быть, давайте, подходите просто вы там. Может быть, давайте вы напишите рапорта с напарником, что вы видели, на основании этого напишем предупреждение. Нет, мы на основании хотели фотовидеофиксации, но... Ну, есть она? Еще, но... Нету, да? Ну, не видно. А что хоть за нарушение было? Вы проехали за нами, получается. А что хоть я проехал? Знак 4.1. Что это, движение по полосам? Нет, знак, указывающий вам движение, только прямо. Ну, правильно, ну, движение по полосам. То есть я не в той полосе ехал, не туда повернул? Не 5.18, не 5.16, а знак 4.1, который указывает вам, том, что вы должны ехать только прямо. Движение направо вам. Так я ехал только прямо вроде, нет? Вы повернули направо. Ладно, если есть нарушение, так давайте два рапорта и все. Нет, рапорта мы не будем. Не, ну смотрите, Александр, если... По секундочку. Я думал, что у меня есть видеозапись. Секундочку. Если, ну, вы же знаете, если нету ничего, значит вы нарушили. Значит я пишу на вас. Тут же как вариант. Если я нарушил, я все отдаю, вы пишите на меня. Если вы нарушили, я пишу на вас. Я сгоден. Тогда листик, ручку, я пишу за беспричинную зупинку, и вы передаете в админпрактику. Так нормально будет? Либо два рапорта. Не, ну же вызов. У меня остановили, вы заканчиваете, а потом едете на вызов. Или два рапорта и протокол на меня, предупреждение, либо наказание, я не буду спорить. Либо я пишу на вас за беспричинную остановку, как хотите. Тут либо я буду ручкой работать, либо вы. Что вы предпочитаете? Сейчас я вам дам ручку. Все-таки я буду работать 10 минут. Ну ладно. Александр. Да-да. Вы будете писать действительно? Конечно. Действительно. Может, ну вы меня остановили. Такая... Так я не могу понять. Так давайте хорошо, не будем вас наказывать. Я вас понял. Ну, я вас понял. Все. Да, ручку, хорошо. Грабеж у них есть. Кстати, ребята, кто интересуется, вот это вот с левой стороны от нас разрушенный конно-спортивный клуб. Здесь раньше тренировали этих наездников. А дай мне на чем писать какую-то лабуду там, бардачка. Спасибо. Если не сложно, еще раз фамилию и инициалы. Лудов. Рудов? Лудов. Лудов, извиняюсь. Да, Б, первое. Угу. Лудов, а Лудов, все, извините. Да-да-да, Б, Л, У. И инициалы? АВ. Скажите, пожалуйста, еще на имя кого, на кто у вас начальник? Николаев Александр. Это полиция. Управление полиции в городе Харькове. Управление патрульной полиции в Харьковской области. Хорошей смены вам. Всего доброго. Да, вам до свидания. Да, это начальнику, если можно, передайте. Не нарушайте. До свидания.